9 апреля в районе тубдиспансера произошло чрезвычайное происшествие. Краснолучанин на автомобиле ВАЗ-21-150 передвигался по улице Ткаченко в сторону автовокзала и, не справившись с управлением, съехал на автобусную остановку. Там в этот момент стояли люди в ожидании автобуса. Пострадала 5-летняя девочка. Начальник следственного отдела Краснолучского ГУВД МВД ЛНР прокомментировал данную ситуацию. 14 апреля 2016 года следственным отделом Краснолучского городского отдела внутренних дел по данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 325 УПК ЛНР по факту дорожно-транспортного происшествия с участием водителя транспортного средства С и потерпевшей малолетней гражданки Б. В настоящее время проводится предварительное следствие. Значит, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На момент совершения преступления, значит, после совершенного дорожно-транспортного происшествия, гражданин С, управляя данным транспортным средством, значит, был направлен в медицинское учреждение на установление предмета нахождения его в состоянии алкогольного опьянения. По результатам заключения будет дана юридическая оценка, и в соответствии с решением по данному факту будет принято решение в соответствии с данным законодательством. В результате ДТП девочка с открытым переломом обеих костей левой голени госпитализирована в местную городскую больницу. Родители девочки от комментариев отказались.